В соответствии с налоговым кодексом, граждане Беларуси ежегодно представляют в налоговые органы декларацию по подоходному налогу. Кто ее должен представить и, соответственно, заплатить подоходный налог? Какие доходы необходимо декларировать? Какими способами представления декларации и уплаты подоходного налога могут воспользоваться граждане? На эти и другие вопросы отвечают специалисты. В соответствии с законодательством, декларация о доходах обязаны представлять физические лица, признаваемые резидентами Республики Беларусь, то есть те, кто находился в течение календарного года на территории нашей страны более 183 дней. Заполнить форму декларации, а впоследствии уплатить налог должны те, кто в прошлом году продавал два и более легковых автомобиля, либо один, масса которого превышает 3,5 тонны и число сидячих мест которого помимо водителя превышает 8. В списке еще некоторые виды доходов, за которые нужно отчитаться. Вам необходимо предоставить налоговую декларацию, если вы в течение последних 5 лет продали более одной квартиры, более одного жилого дома, садового домика, гаража, машины, места, более одного земельного участка, принадлежащего вам на праве собственности, доли в праве собственности на указанное имущество. Подать декларацию необходимо и тем, кто получил подарки от физических лиц в размере, превышающем 7521 белорусский рубль в сумме от всех источников в течение налогового периода, за исключением доходов, полученных от близких родственников и свойственников. Если вы получили доходы из-за границы, за границей, например, оплата за работу по найму, выигрышем онлайн-казино, букмекерских конторах, дивиденды по акциям иностранных компаний, проценты по счетам в иностранных банках, доходы в виде возврата взносов при прекращении строительства квартир, одноквартирных жилых домов, в случае удешевления строительства возврата излишне уплаченных взносов. На основании представленной декларации налоговый орган рассчитает сумму подоходного налога к уплате и вручит извещение в срок до 4 мая. В связи с эпидемиологической ситуацией наиболее удобным способом является предоставление декларации дистанционно. Подать налоговую декларацию по подоходному налогу физические лица могут с использованием личного кабинета плательщика на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь www.nalog.gov.by. Вход в личный кабинет плательщика осуществляется с помощью логина и пароля. Получить логин и пароль можно, обратившись с документом, удостоверяющим личность, в любой налоговый орган, независимо от места регистрации либо места жительства. Получить логин и пароль можно также без использования и посещения налогового органа посредством межбанковской системы идентификации. Для этого необходимо пройти процедуру регистрации. Подать налоговую декларацию необходимо не позднее 31 марта.